Увеличившееся количество обстрелов со стороны ВСУ говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий на Донбассе, заявил в ходе встречи с журналистами глава ДНР. Александр Захарченко рассказал также о ревизии в республике бомбоубежищ, отметив при этом, что вооруженные силы Донецкой Народной Республики сегодня находятся в полной боевой готовности. Мы ожидаем наступления украинских подразделений, добровольческих батальонов. Рассматривается три направления ударов, но на сегодняшний момент, куда именно и когда именно они ударят, информации точной нет. Поэтому приходится готовиться на всех направлениях и поднимать общую боеспособность подразделений своими учениями и приведением в боевую готовность. Как показывает практика, война всегда начинается неожиданно. Понимаете, какой-то промежуток времени придется, наверное, если бы знать точно, что они начнутся завтра, да, то можно было бы сегодня вывести все, кого хочешь, кого необходимо. Поэтому будет, судя по обстановке, будут приняты определенные решения. Но на самом деле планы эвакуации с прифронтовых районов уже существуют. Мы это проходили в 2014-2015 году. Имеем большой опыт эвакуации мирных жителей, поэтому, думаю, это все пройдет четко, без паники. На сегодняшний момент уже 3 дня идет полностью ревизия всех бомбоубежищ. Приведение к готовности тех бомбоубежищ, которые по тем или иным причинам были запущены. Но на сегодняшний момент процентов на 70 бомбоубежищ уже готовы. Но поверьте, не каждый житель Донецка все-таки многочисленный, поэтому все бомбоубежища у нас сюда просто физически не сможем вместить. Было принято решение переоборудования под бомбоубежище подвалы домов, административных зданий. То есть дополнительно будет введено еще порядка 150-170 бомбоубежищ.